В Ереване прошел митинг оппозиции с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и его команды. В ходе своего выступления на площади Свободы кандидат на пост главы правительства от оппозиции Вазген Манукян призвал своих сторонников быть готовыми к восстанию, если премьер Армении не уйдет в отставку под давлением мирных демонстраций. Необходимо сломить его опору. Это та часть общества, которая еще не осознает, каким опасным путем идет наше государство. Это силовые структуры и его депутаты. Наш долг – объяснить им, что происходит на самом деле. Надо быть жесткими. Каждый день должны проводиться митинги, забастовки. Город должен быть парализован, сказал Манукян. Он добавил, что есть и план «Б». В любой момент нужно быть готовым, молниеносно восстав, взять власть. Необходима решительность, отметил оппозиционный лидер. В завершении митинга, организованного движением по спасению Родины, армянская оппозиция анонсировала массовые акции неповиновения в режиме нон-стоп для того, чтобы добиться свержения действующих властей во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. 20 февраля объявляем новую страницу нашего движения. Мы договорились, что общенародное требование о свержении действующих властей станет общенародной борьбой, сказал координатор движения по спасению Родины Ишхан Сагатылян. Пока в нашей стране есть Никол Пашинян, стабильности и спокойствия не будет, добавил он.